как зарегистрировать право собственности на жилое помещение на основании решения суда. После того, как суд удовлетворил ваше требование о признании права собственности на объект недвижимости, такое право необходимо зарегистрировать в Росреестре по месту нахождения объекта недвижимости. Для того, чтобы зарегистрировать право собственности на основании решения суда, необходимо подготовить следующий перечень документов. Заявление о государственной регистрации. Бланк заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в офисе Росреестра, кадастровой палаты или МФЦ. Документ, удостоверяющий личность заявителя. Вступивший в законную силу судебный акт, надлежащая заверенная копия с отметкой о вступлении в силу в двух экземплярах. Обратите внимание на то, что на решении суда проставляется специальная отметка о его вступлении в законную силу в отделе судопроизводства суда. Без такой отметки Росреестру будет сложно понять, вступил ли судебный акт в законную силу или он еще обжалуется. Для юридических лиц дополнительно потребуются учредительные документы, оригинал, копия, заверенная нотариусом или руководителем юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия юридического лица действовать от его имени, оригинал или нотариально заверенная копия. Предоставление учредительных документов не требуется, если ранее в орган, осуществляющий государственную регистрацию, были предоставлены учредительные документы юридического лица вместе с заявлением о государственной регистрации прав и иными необходимыми для государственной регистрации документами, и проведена государственная регистрация права юридического лица на соответствующий объект недвижимости. А также если с момента проведения государственной регистрации права юридического лица федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, не регистрировались изменения учредительных документов такого юридического лица. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.